Здравствуйте, дорогие друзья! У меня сегодня день рождения, и поэтому мы пришли с семьей, со всей семьей, с родителями, они сейчас как раз у нас в гостях, пошли в ресторан, в китайский ресторан, где нет ограничения, да, в еде, то есть можно все брать, здесь целый буфет, такой шведский стол. Можно брать все, что захотите. Покажем все, расскажем все. Так что вот так, будем сейчас праздновать. Выбор здесь, конечно, обалденный, да? Вот посмотрите, какой такой маленький выбор того, что здесь есть. Жарят, варят, варят, супы. Я вот набираю себе, смотрите, какой вкусняшки. Сейчас уже более-менее насытились. Теперь я просто хожу и смотрю, может быть, что-нибудь меня еще привлекет. И что я смогу еще поесть, вот, кроме мидий и... Очень замечательно наелись, напились, отпраздновали день рождения. И теперь я на один год старше. Все, пока!